От вас понимание, как вложить средства с умом и бизнес-план, а от правительства региона – деньги на развитие дела. В Чувашии уже несколько лет действует грантовая поддержка малого бизнеса. О том, как это реально работает, в нашем следующем сюжете. Движение – это жизнь, а значит, двигаться должно быть удобно. Вероятно, так подумали жительницы Чебоксары и решили открыть предприятие по пошиву спортивной одежды. Хорошая оказалась не только идея, но и, судя по всему, бизнес-план. Его в правительстве региона поддержали и на развитие дела выдали специальный грант в размере 300 тысяч рублей. Информация, выделенная как бы о гранте, была получена со средств массовой информации. Благодаря этой программе как бы, у нас появилась возможность проявить себя. И занимаемся мы на данный момент пошивом спортивной одежды, восточного единоборства, это карате, дзюдо. Благодаря этой программе мы получили возможность купить себе новое оборудование, оверлок, машины, получается, швейные. Так, благодаря гранту появилось новое производство и, соответственно, новые рабочие места. Сейчас на предприятии трудится около 10 человек. Представители компании отмечают, в планах только рост, ну а выделенных денег вполне хватило для того, чтобы встать на ноги. Для первого шага этих денег достаточно. Мы купили оборудование. Я считаю, что в принципе все это возможно. На мне сегодня как бы одета та продукция того предприятия, которое получило грант. Эта продукция, смотрите, то есть как бы кимоно, они выпускают довольно-таки приличный вид изделия, опробован, да, то есть как бы наглядно сегодня. И мы всем нашим предпринимателям предлагаем тоже приходить за грантами и за другими формами поддержки, которые у нас сегодня существуют, потому что нет сегодня, не существует преград для получения тех или иных форм поддержки. Например, республиканский бизнес-инкубатор, помимо подготовки документов на гранты, предоставляет в аренду помещения. У нас это сегодня мы ищем инноваторов и новые предприятия, которые способны сегодня арендовать помещение у нас. Также мы оказываем, помимо имущественной поддержки, оказываем также поддержку бухгалтерского характера и юридического характера. Специалисты отмечают, грант можно получить практически на любой вид производства и услуг. Иными словами, в тех сферах, где можно составить бизнес-план, за исключением купли-продажи.